Программиста спрашивают, а скажите, как, который час? Программист говорит, который час, если вас это прикалывает девушка. Дрессировщик тигров, покупая в ларьке пиво и сигареты, по привычке полностью засовывает голову в окошко. Наркоман, обкуренный зюзю, идет и напевает, чужие губы тебя ласкают. Подходит другой наркоман. Чё? Подруга просила? И тот говорит, нет, чупа-чупс потерял. Вчера пришел на работу, включил компьютер, смотрю, интернет не работает. Пришлось работать. Мужик пришел к врачу. Врач говорит, раздевайтесь. Мужик говорит, зачем? Я же только палец повредил. Из-за ширмы раздается голос. Это что? Я вообще пришел интернет чинить. Айфон сам переводит часы на зимнее время. Да, причем во всех часах в доме. Мария Ивановна говорит, Вовочка, покажи нам, где находится Занзибар. Вовочка говорит, Мария Ивановна, вы ошибаетесь. Я точно знаю, что в нашем городе нет такого бара. Диалог между начальником и компьютерщиком-новичком. Начальник спрашивает, вы сильный программист? Тот говорит, ну, в общем-то, вы сильный или нет? Ну, в общем-то, да. Тогда займетесь перетаскиванием компьютеров на второй этаж. Мы вчера с женой убедились, что практически всю оргтехнику можно собрать своими руками. Ну, это как? При помощи совка и веника. Сидит муравей, смотрит телевизор. Тут заходит слон и садится перед ним, перегораживая ему обзор. Муравей идет, обходит его и садится перед ним. Поворачивается и ехидно спрашивает, а тебе понравится, если я сяду перед тобой? Аленушка первой из девушек доказала, что все мужики козлы, стоит им только напиться. Девушка, дайте мне таблетку. Вам какую? Белую. Послушайте, здесь аптека, у нас много белых таблеток. Одну дайте. А почему голубика стоит аж 800 рублей за килограмм? Может, ее очень трудно собирать? В таком случае, чтобы столько стоить, голубика должна убегать и отстреливаться. Подписываемся, кликаем на колокольчик